В Витебске появилась еще одна достопримечательность – памятный знак Западно-Двинской флотилии. Она была создана почти 100 лет назад и считается первым в Беларуси соединением военно-морского флота. Флотилия просуществовала 2 года. Во время Советско-Польской войны обеспечивала проведение боевых действий Красной Армии. Через нее переправлялись бойцы и проводились артобстрелы. Флотилия внесла существенный вклад в оборону региона. Первое в Беларуси соединение военно-морского флота. Понимаете, у нас потом во время войны была Пинская флотилия, Днепровская, которые прославились на вечные века. От Днепровской флотилии даже до Берлина дошла по рекам. В церемонии торжественного открытия приняли участие ветераны-моряки, представители городской и областной власти. Памятный знак расположен на берегу Двины, возле здания бывшей морской школы. Он станет дополнением к установленной ранее доске уроженцу Витебска, подводнику, герою Советского Союза Самуилу Богораду.